лишены и какие сложности испытываете? Я не могу выезжать за границу. Кроме того, мне приходится раз в месяц ходить отмечаться, то есть ставить отметку о том, что все еще в стране все хорошо. Мне нужно каждый раз извещать о смене места работы, о смене места жительства в СИНе. Ну и мне еще запретили пользоваться вообще всеми банковскими картами. Кроме того, электронными счетами тоже, и поэтому я могу жить только с помощью налички и биткоина. То есть других вариантов у меня сейчас нет. Понятно. Так, а какого решения суда вы добиваетесь? Ну, я добиваюсь того, чтобы мне отменили вообще все до единой уголовной статьи, которые мне инкриминировались, потому что на данный момент вот уже декриминализовали статью 282, надеюсь, что отчасти благодаря моим усилиям, потому что я не признавал вину за последнего и старался сделать так, чтобы наша система поняла, что это бредовая статья и что она создана для репрессий. Кроме того, насколько я знаю, прямо сейчас 138.1, которая тоже мне инкриминирует за якобы шпионское оборудование, за ручку с Алиэкспресса с камерой. Сейчас эта статья тоже декриминализуется совсем скоро, и получается, что эта статья тоже должна вылететь. А вот оскорбление чувств верующих, очень стыдное для России, оно до сих пор наличествует в УК РФ, и это нужно исправлять.